Красота на высокой скорости. Больше 180 профессионалов со всей Сибири соревновались в мастерстве владения кисточками и ножницами. Время на подготовку образов ограничено. Успеть сделать макияж, например, нужно было всего за 20 минут, а авангардную прическу за 3 минуты. Как справились те, для кого красота – это профессия, увидела Ксения Ануфриева. Следите за временем? Да, впритык идем. Здесь все как в большом спорте. Время на то, чтобы показать свое мастерство, ограничено. На прическу отведено от 3 до 15 минут. На макияж можно потратить 20 и не секундой больше, иначе штраф. Если, допустим, это номинация на стрижки, может стрижка быть заранее прострижена. Это уже сразу штрафной балл. Да? Там несоблюдение команды стоп, когда время заканчивается. Ну и такие профессиональные нюансы, которые, как бы, если их нарушают, то тоже штрафные баллы начинаются. Творить красоту на высокой скорости – работа для настоящих профессионалов. Задача по силам, если рука поставлена и технология отработана. Тренеры отмечают, мастерами, которые хоть раз попробовали себя в конкурсе, клиенты довольны чаще. Визажисты взрослые, номинация «Макияж новобрачный». До окончания вашей номинации остается 5 минут. Последние приготовления перед выходом на сцену. Ваган Хачатрян участвует в номинации «Прогрессивная стрижка». Авангардный образ навеян космосом. Его автор постепенно воплощает свою мечту о всеобщей свободе в жизнь земную. Я бы очень сильно хотел этого, чтобы однажды я вышел на улицу, и все люди ходили по улице вот так, с разноцветными волосами, в какой-то необычной одежде, чтобы не было какого-то общего стиля поведения, там, рамок, чтобы все были свободны. Увидеть новые тенденции и заявить о своих идеях приехали больше 180 мастеров индустрии красоты со всей Сибири. Необычной одеждой и разноцветными волосами здесь никого не удивишь. Для глаза обывателя такие прически могут показаться вызывающими, но моделей это не смущает. Яркие образы они несут в повседневную жизнь. Для меня необычно отращивать. И в течение года я готовилась специально. У меня была достаточно такая длинная прическа. Мне нравится то, что получилось сейчас. У жюри непростая задача. Оценить нужно десятки работ, а их качество приятно удивляет. Здесь очень такие интересные работы. Они действительно и тренировки были соответствующие, потому что качество работы хорошее, они вполне конкурентные. Поэтому здесь, конечно, приходится очень так изысканно подходить к каждой работе, потому что действительно не просто судить. Лучшие определены. Мастера могут выдохнуть, но ненадолго. Теперь победители сибирского чемпионата посоревнуются на российском уровне, а если повезет, и на мировом. Ксения Ануфриева, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!